Татьяна Викторовна Еременко проживает в 4-м микрорайоне. Во дворе дома номер 30 долгое время пейзаж был удручающим. Неасфальтированная дорога, канавы, грязь после дождя. Как дополнение – отсутствие палисадника. Помощи от управляющей компании ждать устали. 3 года назад Татьяна Викторовна решила взять инициативу в свои руки. Поддержала соседка, и стали они строить сказочный дворик. В ход пошли подручные средства – камни, полено и даже старая обувь. Кроссовок 43-го размера стал уютным домиком жучкам и светлячкам. Из правого угла зорко следит сделанный из полена хозяин двора и его верные слуги – Лёлька, Проня и Дуняшка. Композиция уточки, по словам рукодельницы, символ достатка и благополучия. Татьяна Викторовна верит, что они принесут удачу в каждый дом. Соседи многие взяли пример, палисадники стали другие делать. И все там, в прошлом году не было цветов, а в этом цветы выросли, посмотришь, и синенькие, красненькие, всякие. И колесики покрашены, и стенки также красиво накрашены. Многие стали так уже делать. Мне кажется, народу очень нравится. Полюбоваться садиком приходят и жители других дворов. Для Людмилы Миловой и ее внука прогулка в гости к Проне – ежедневный ритуал. Здесь, вот в этом микрорайоне, вот в этом, в этих домах, вот только вот здесь вот так вот сделано хорошо. Ну, с ребенком сюда приходишь с удовольствием и смотришь, и ребенку нравится. Нравится тебе? Да. Татьяна Викторовна каждый год совершенствует свое творение. Уже сейчас она строит планы на следующее лето. Что еще придумает мастерица, мы увидим через год. Чудесный дворик посетили Дарья Миняйло и Лев Нескромный.